Первое совещание с представителями политических партий губернатор Поморья провел еще накануне. Игорь Орлов встретился со сторонниками «Единой России», КПРФ, «Родины», ЛДПР и «Справедливой России». На дискуссионных площадках побывала Людмила Сидейская. Начали встречу с ответственного момента. Секретарь регионального отделения «Единой России» Денис Гусев передал Игорю Орлову пакет документов на всех трех кандидатов на пост главы округа. Напомню, со своим списком претендентов местные единороссы определились еще 3 июля на заседании Политсовета. Не сомневаемся, да, Игорь Анатольевич, что, получив наши предложения и предложения других партий, вы сделаете правильный выбор и направите президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу достойных кандидатов от Ненецкого автономного округа. Также Денис Гусев напомнил, что региональное отделение принимало предложения о кандидатах от некоммерческих организаций, органов местного самоуправления и партии, которые в соответствии с законом не могут сами выдвигать претендентов. Все общественные организации, которые воспользовались своим правом, высказались в пользу кандидатуры временно исполняющего обязанности губернатора Ненецкого округа Александра Цибульского. Поговорили на встрече и на другие темы. Глава Поморья обсудил с партийцами качество медицинских услуг, рыбохозяйственную деятельность, речь зашла и о грядущей пенсионной реформе. Слово взяла Рима Костина. По ее мнению, люди, проживающие на севере, в суровых климатических условиях, не могут выходить на пенсию лишь в 63 или 65 лет. Климат у нас ничуть не улучшился, и он действует разрушающе на организм человека. И поэтому мы думаем, что мужчина, если взять северян мужчин, не приезжих, а северян, они живут 58 лет у нас, до 60 лет кто-то доживает. Поэтому я думаю, что чтобы север остался привлекателен, и чтобы мы могли хорошо осваивать Арктику, и чтобы не опустили эти земли, которые когда-то очень разумно заселяли, потому что богатые земли пустыни бывают. Рима Костина обратилась к губернатору Архангельской области с просьбой поддержать позицию жителей Заполярья в том, что в регионах, расположенных на крайнем севере, возраст выхода на пенсию менять нельзя. Игорь Орлов, в свою очередь, напомнил, что федеральный законопроект еще не принят, и ко второму чтению готовится множество предложений. Почему мы хотим иметь пенсию вот так, как это было раньше? Никто не думает о пенсии, а времени достойно, когда ты будешь достойно отдыхать. Пенсия нужна была для того, чтобы увеличить себе доход. То есть я все равно буду дальше работать, но плюс еще будет пенсия капать. Я буду там откладывать на счет, потом там проценты набегут. То есть это не было источником жизни. Это было дополнительным социальным пособием, возникающим в определенном возрасте. Сейчас главная цель и всей этой затеянных изменений сделать так, чтобы человек достигает пенсионного возраста, который определили там, ученые, врачи, общество, закон. И после этого может спокойно выйти на эту пенсию, поехать отдыхать, помочь детям, совершить те действия, которые может позволить себе свободный человек. Сегодня глава Поморья встретился и с другими партиями региона. Они также передали документы своих кандидатов. Так партия КПРФ выдвинула Татьяну Федорову, ЛДПР – Андрея Смыченкова, «Родина» – Андрея Ружникова. А вот партия «Справедливая Россия» воздержалась. По словам председателя регионального отделения Натальи Лысаковой, впоследствии они поддержат одного из тех, чьи кандидатуры будут внесены президентом в собрание депутатов. Я благодарен всем за то, что вы определили свою позицию, представили. Я и в силу должности, и воспитания, и своей позиции жизненной не обсуждаю государственные законы, я их принимаю к исполнению. Поэтому в данном случае мы с вами ту часть пути, которую мы должны были пройти по законам Российской Федерации, прошли. Сейчас следующий этап, и, конечно, он тоже будет в соответствии с законодательством Российской Федерации выполнен. Поэтому спасибо вам большое за то, что вы сделали эту работу. Таким образом, 4 партии выдвинули в общей сложности 6 кандидатур. На следующем этапе губернатор Архангельской области предложит главе государства не менее 5 из них. Очень такие интересные 2 дня. Встреча со всеми коллегами была очень насыщенная, с конкретными вопросами, обсуждениями. Мне представлены кандидатуры 4 партий. Безусловно, все остальные процедуры, которые должны быть сделаны, они будут сделаны.
сделаны, и кандидатура будет представлена президенту. Владимир Путин внесет в собрание депутатов список из 3 человек. Окончательный выбор будет за парламентом Ненецкого округа. Сессия, на которой состоится избрание губернатора, должна быть проведена в срок с 10 сентября по 24 октября. Людмила Сидейская, Сергей Качегов, телеканал «Север».